Здравствуйте! Я приветствую вас в ресторане «Теремок». Мы сегодня будем готовить голубцы. Для этого нам потребуется капуста, фарш, рис, лук, перец болгарский, морковь и томатная паста. Вначале подготавливаем подлив для голубцов. Для этого мы наливаем в казаночек немножко подсолнечного масла. Масло разогревается. Добавляем лучок порезанный. Добавляем морковь. Это все перемешиваем. А сейчас добавляем перец болгарский разных цветов. Поперчим, посолим. Опять перемешаем. Еще раз перемешиваем. Теперь добавляем томатную пасту. 2-3 столовых ложечки. Для приготовления голубцов нам необходима капуста. Капусту мы вырезаем кочерыжку. Кипящую соленую воду мы опускаем капусту. И она должна прокипеть 10-15 минут. Бланшированную капусту мы разделяем по листикам. Твердую часть с листиков мы убираем. Перемешиваем фарш и рис, сырой рис. Солим, перчим. И опять все перемешиваем. Добавляем измельченный лук. Фарш заворачиваем в лист капусты конвертиком. Вот получился у нас голубчик. В кипящий подлив мы опускаем голубцы. Накрываем крышкой. Голубцы готовы. Подаются они с картофельным пюре. Приятного аппетита!